И всем привет, с вами Синяк. Сегодня я сниму ролик с фокусом про карту. То есть, давно роликов, конечно, видосиков я таких не пилил. Стримы. Короче, были. Давно таких, в формате такого ролики не снимал. Вот, в общем, вы сейчас видите мои руки, да? Вот. Сейчас я вам покажу фокус, короче. Смотрите. Если что, объясню, как провернуть весь этот фокус в конце, так что досмотрите весь ролик. Для начала так. Спрашивайте у собеседника, сколько раз подкинул, он говорит, 4 раза. Хоп, вы подкидываете 4 раза. 2, 3, 4, 5. Все, 5 раз вы подкинули, ни в коем случае не надо перемешивать. Вот так вот. Надо просто подкидывать. Ну, не именно 4 раза, хоть сколько, просто любое число. Вот, в общем. Потом вы, смотрите, считайте, так ложите 6 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А с другой стороны вы насчитываете просто так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в коем случае не ложите, как эти. Считали в руке и положили потом всю эту стопку. И просите человеку, у которого вы спрашиваете, зрители спрашиваете, какую он карту выберет, откуда вообще, смотрите, вот. Ладно, я выбираю эту. Все. Вот, валет пики. Вот так. И сейчас я вам покажу фокус. Этот валет. Вот, сошлись два черных вальта, но это еще не все. Сейчас будет магия. Сейчас вы ее увидите. Сошлись и два черных короля. Две черных дамы. Два красных вальта. Эти карты вы не увидите. Это сошлись два красных короля. И вот это сошлись две красных дамы. Как я это сделал, остается тайной. И сейчас я вам это все обязательно расскажу. Смотрите. Чтобы у вас получился этот фокус, вам нужно раскладывать карты, то есть в порядке черный, красный. Потом берете даму. Черный. Красный. Потом опять берете вальта черный, красный и так далее. В общем, потом берете опять короля черного, красного короля. Потом вы берете, так, нет, стоп, я запутался. Вот вы берете черного короля и это черную даму. Потом вот вальта черного и, понятно, уже красного складываете все вот так. И переворачивайте. Все. Все готово, в общем, почти. Так вот. Потом вы просите, подкинуть. Да вот хоть 6 раз. Можно даже нечетно, можно сказать, давайте, например, 3 раза. 1, 2, 3. Все, 3 раза мы подкинули. Потом, смотрите, берем 6 карт, ложим вот так. 2, 3, 4, 5, 6. Все, ложили 6 карт. Так, потом отсчитывайте в руке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не ложите так. Просто вот сюда, как эту. Но я вам это уже объяснял. Вы ложите так. Собеседник вас спросит. Типа, спрашиваете у вашего собеседника, которому вы показываете фокус, какую карту откуда брать. Он берет, например, отсюда, вот, дама червей. И, смотрите, вы ложите стопку, вот эту, из которой не брали, наверх, который брали. Понятно? Как бы. И вот. Потом берете по две карты сверху. Ай. Вот, берете две карты. Одну сверху, другую снизу.
что делаю? Я вам спалил, да, сейчас? Ай, блин, карты не берутся. Сейчас я так лечу из них. Они слиплись, что ли, там? Все. Взял я эту карту и положил. Так, эту карту видно. А нет, их опять не видно. Сюда хочу положу. И вот, хоп. Вот красная дама. И, то есть, суть фокуса вы поняли. Все карты сходятся. И все просто недоразумения в шоке будут. Хотя этот фокус очень легкий. Его могут повторить вообще каждый. Каждый, кто знает название всех карт. В общем, каждый его сможет повторить. Давайте. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И когда наберется 7 лайков, если вы не сможете набрать 7, то ладно, давайте 5 лайков. И вот тогда я сниму новый видосик. Окей? Все, всем пока-пока.